Знаю, дорогие товарищи, знаю. Да ну, это ерунда какая-то. Вот как с медведем на охоте один на один, вот так же. Дальше-то что? Ну, хватит уже. И вот он идет ко мне. Все генералы вытянулись по стойке смирно. И он, ребята, улыбался. Понимаете? Он улыбался. И тут я рванул пакет, смеешься, гад, так получай за наши страдания, за наши раны, за кровь советских солдат, за слезы наших жен и матерей, за разрушенные города и села. Ты смеялся, так умойся кровью своей, поганый гад ползучий. И я стрелял, и я промахнулся. Здесь курить нельзя. На улице, может, пойдемте на улицу, а? Конца этой войны не предвидится. За моей идеей Христа
возникло желание победить зло, иначе зачем? Ну хорошо. Хорошо. Положим, победило добро. Победил Христос. Но тогда зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство. Как диктатура пролетариат. А я же хочу верить в вечность, вечную огромную силу, вечный порядок, который будет. Коммунизм, что ли? Да при чем здесь коммунизм? Я говорю ясно. Хочу верить в вечную высшую силу, которая все это затеяла здесь, на земле. А вот где такая сила? И есть ли она? Не знаю. Вот и я не знаю. Я такой силы не знаю. Заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой, или что увидел, или что услышал, словно за деревью погулять ты вышел, и как пьяный сторож, выйдя за дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Дай молись! Молись! Повторяй за мной! Верую! Да громче! Верую! Верую! В авиацию, механизацию сельского хозяйства, в научную революцию, в космос и невесомость, ибо это объектив. Верую! Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города. Верую, что задохнутся там и побегут опять в чистом поле. Верую! 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 Верую!